Антонио Бандерас, Анджелина Джоли, Брэд Питт, Сидни Би Куртмамбетов. Эй, Чолпа! Чолпа Пикчерс. Presence. Как ее зовут? Когда познакомишь? Думаю, бухгалтер или регистраторша. Я ждал тебя, Нео. Заходи. Я стою перед выбором. Я знаю. Тебе острое или не острое? Не все так просто. Ты прав. Подогрейте. Это моя девушка. Так ты ей понравиться хочешь? Очень. Есть пару идей. Пишите. А? Я как все татары, позвали на 6, пришел 8. Ха-ха-ха-ха. Ну там огород, огород, все дела. У нас дома 2 теплицы. Ого! Еще 3 с огурцами. А ты животных любишь? Да, у меня собачка есть. Да какая собачка? У меня дома 2 бычка. 3 коровы, 15 кур. Молоко после огурца? Да меня уже после джанкоя ничего не берет. Ай, настоящий ахай. Это же не джанкой. Согласна. Есть еще вариант. Успокойся, параноик. Да, босс.
А какие тебе нравятся цветы? Мне нравятся розы, тюльпаны. Маме тюльпаны нравятся, так я ей чуть Голландию не подарил. Потом решил купить ей французские духи. Заказал, привезли из Парижа Шанель номер 5. Ну, духи, подарок несерьезный. Подарил еще яхту, небольшую, 100 метров, и отправил ее в круиз. Джонни! Кстати, попробуй это блюдо. Его готовил в Париже сам Жуй Жульен. А тебе какие блюда нравятся? А мне нравятся манты. Потом сверху можно там сливочное масло или какие-нибудь там кетчуп, например. Да, мама. Скоро буду. Кстати, я с родителями живу. А, мамулька, у меня вторая линия, секунду. Да, Майкл. Я перечислил вам деньги. Вот на свидание с красивой девушкой. Тормози, Абрамович. А мне нравится. Красавица, ты мне тоже нравишься, а? Послушай профессионала. У меня есть план. И вот ты появляешься как Раджа на серебристом слоне. И покупаешь самый дорогой букет роз. Даришь его. И вот вы уже на берегу Тихого океана. На белоснежной яхте плывете по волнам любви. Шикарный ресторан в Монте-Карло, и ты угощаешь ее изысканным десертом. И вот вы остались наедине. Да, баба, я уже еду. Это мне нравится. Секунду. Вот тебе роза любви. Подари ей, и вы всегда будете вместе.